Сибиряки, в том числе и жители Омска, стали делать больше покупок через интернет. Только за декабрь число входящих посылок превысило 4 миллиона. Поэтому в новосибирском аэропорте Толмачево, через который приходят отправления, пришлось даже ввести высокоскоростную автоматизированную линию сортировки. Лидер интернет-заказов – Китай. Мы решили посмотреть, какие иностранные товары пользуются особой популярностью у Омичей, и выбрали для вас самые необычные. Интернет-магазины пестрят объявлениями. Намордник для собаки может быть милым. Превратить своего пса, например, в уточку вы можете всего за 168 рублей. Но есть ограничения по размеру. Бойцовского пса преобразить так не получится. А вот если в душе вы сами кошечка, то для вас уже придумали электронные ушки за 5,5 тысяч рублей. Они оснащены датчиками, которые считывают пульс, нервные импульсы и шевелятся в зависимости от эмоций, которые вы испытываете. Среди приборов для бытовых нужд мы нашли оригинальный дозатор жидкого мыла. Чтобы воспользоваться гелем, нужно просто нажать на ноздрю резинового носа. Цена около 700 рублей. А вот чтобы сбросить лишний вес, по мнению разработчиков еще одного необычного устройства, необходимо лишь два больших пальца ног и 17 рублей. За эти деньги интернет-магазин предлагает пару магнитных колец, ежедневное ношение которых якобы позволит похудеть своим хозяевам сразу на несколько размеров. Принцип действия такого устройства в том, что силиконовые кольца стимулируют точки на пальцах. Правда, за что конкретно эти точки отвечают, производители даже не уточняют. А для тех, кто боится попасть под неожиданный дождь, придумали зонт-капюшон. Держать его не нужно, достаточно просто надеть его на голову. Выглядит, конечно, странно, но от непогоды спасает. Чтобы выйти сухим из любого ливня, придется заплатить около 450 рублей. И, пожалуй, самый волшебный подарок среди товаров в интернет-магазинах – это письма из Хогвартса. Несмотря на то, что последний фильм о Гарри Поттере был снят еще в 2011 году, интерес у читателей к роману Джоан Роулинг не угас. И письма из Хогвартса по-прежнему пользуются популярностью. За 460 рублей можно заказать конверт, именное приглашение в школу магии и волшебства, список всего необходимого для учебы и билет на поезд, который уходит с платформы 9 3/4.